Всем привет, ребята. Сегодня у нас Азербайджан. Азербайджан. Шестая гонка сезона. У нас тут сегодня была переписка в лиге с ребятами из элиты, из профи. Кому интересно, можете зайти почитать. Будет интересно. Вот я им написал. Сегодня я не ремонтировал. Да, сегодня я, кстати, не ремонтировал болид. Я поеду на неремонтированном болиде. Буду экономить токены, не буду. Для вас буду, да, для вас буду экономить токены, чтобы вам пилотов новых давать. Я так выигрываю, буду экономить токены, не буду двигатели покупать. Да, и выбрал идиотскую тактику, я им написал. Все в ваших руках, посмотрите результаты практики. И вот мы тут еще. О, мужик Игорь, непобедимый в профи. Тоже такая сомнительная похвала. И вот, кому интересно, можете зайти почитать. Мы тут попереписывались, ребята из элиты. То же самое говорят, что и я всегда говорю. Учитесь, ребята, набирайтесь опыта, спрашивайте побольше. Ну вот, почитайте, если кому-то интересно, зайдите в Марлигу, где я гоняю, почитайте, что пишут опытные ребята из элиты. Все то же самое, что я все время повторяю, что нужно учиться, учиться, спрашивать. Так, результаты практики. Вот результаты практики. Смотрите, я проигрываю секунду и три десятых. Секунду и три десятых. На практике секунду и три десятых. Еще помимо этого я выбрал идиотскую тактику. Идиотскую. И вот мы посмотрим. Я вам сказал, все в ваших руках. Квалификация. Я на шестом месте. Проигрываю секунду и четыре десятых. Секунду и четыре десятых я проигрываю. Вот, пожалуйста. Все в их руках. Даже вот я проигрываю 7-8 десятых, больше 8 десятых. Больше 8 десятых. Ну, 8 десятых. Вот посмотрим. Я написал вам, все в ваших руках, пожалуйста, дерзайте. На неремонтированном болиде с дебильной тактикой, посмотрим. С 7 килограммами. Посмотрим. Забыл показать настройки болида. Но это не точные настройки, потому что болид не отремонтирован. Но там плюс-минус 1-2 там. Это фигня. А так 17.5. 17.5 на Азербайджан, потому что трудно найти настройки на этот болид где-нибудь в интернете. Ой, на эту трассу. 17.5. Высота крыла 17, дорожный просвет 5. Ну, поехали. Сегодня цирковая гонка. Так мы ее назовем. Цирковая гонка. Что я могу, смогу что-нибудь с ними сделать? На дебильной тактике с неотремонтированным болидом. Вот посмотрим. Эту трассу я хорошо очень знаю, но она мне не нравится. Но, сегодня очень комфортная температура. 9 градусов. Просто замечательная температура. Для этой трассы это просто сказочная температура. Ну вот смотрите. Что-нибудь, ну этих надо обгонять, они меня сдерживают, ребятки эти. Этих надо будет сейчас подтрахнуть. Так, кто на чем идет? Давайте быстренько посмотрим. Так, эти двое на суперсофте. Так, ну зря. Ну блин, ну сколько вас... Ладно, уже притча во языце. Уже сколько можно... Какие суперсофты? Куда вы... Суперсофты используются только в одном случае. Только в одном единственном случае.
ребята, не-не-не. А я не зацепился. Ну, это прозевал я, пока рассказывал. Суперсофт используется только в одном единственном случае. В двух, ладно, черт с ним. Даже в двух с половиной, скажем так. Первый случай здесь, в этом менеджере. Это если правила лиги обязуют менеджера использовать суперсофт. Ну, это в элите в основном. Не в основном, а только в элите. Больше я нигде в профи я не встречал правил. Это устанавливается модератором лиги. Устанавливается модератором лиги. Так, сколько у нас отставания? 0,74. Ну, надо чуть-чуть подбустовать. Устанавливается модератором лиги правила, чтобы было интереснее, чтобы тактически какие-то были, борьба какая-то тактическая была. Устанавливаются такие правила, обязательное использование суперсофта хотя бы на одном промежутке трассы. Второй случай — это Монако. Да, там суперсофт рулит, там можно на суперсофте газовать. Ну и в Венгрии еще можно использовать, ну и то там, может, на пару промежутков, не на всю трассу. Все, больше суперсофт нигде не используется. Какие суперсофты, что вы их ставите здесь? Надо продустовывать. Надо продустовать, чтобы попробовать прокатиться на пареньке. Угу. Ой, опять нафантазировали они с тактикой. Так, вот этого, кстати, можно пропустить. Сейчас будет четверочку, да? Он у нас на суперсофте, да? Давайте подохладимся, попробуем его пропустить. Еще раз прокатимся. А, что ты отстаешь? Что с тобой не так? Что ты отстаешь? Да нет, тогда мы будем газовать. Тогда мы будем газовать, мой хороший, мой золотой, мой бриллиантовый. Там один. Вот такие варианты. Знаешь ты, вот такие. Вот учись, вот четверочка, а? Вот такие будут вылить тебе, ребятки, кренделя выписывать. Перед крылом ДРС будут тебя скидывать. А ты должен быть готов всегда. У тебя палец должен быть всегда быть на бусте. Быть готовым к тому, что тебя перед крылом ДРС, перед прямой, будут скидывать с крыла. И не прозевать этот момент. Профессора. Он пишет, короче, сегодня в чате лиги, что типа, ну конечно, там 20 уровень, конечно, нам куда нам там тягаться с твоим 20 уровнем. Дело не в 20 уровне, меня уравняли в гирями. Дело в опыте, 25 раз повторяю, в опыте. Учиться, малейшие какие-то новые новшества ты увидел, все, запоминай, бери на вооружение. Так, ладно. Давайте маленькую паузу. Ну вот, мы едем на первый пит-стоп. Ну вот, Браун. Браун держится, молодец. Уже мне нравится. Уже он вцепился. Это мне уже нравится. Мы сейчас поедем на пит-стоп, а он поедет дальше. Потому что почему? Потому что мы едем по идиотской тактике. Так, у нас был перелив. Перелив нам залили. Ну, сейчас мы выровняем это все дело с топливом. Они же сейчас сделали то, что топливо остается в баке, оно учитывается при заливе следующего топлива. Это очень хорошо. Это прямо, ну... Не успел чуть-чуть. Ну, уже ты RBC, да? Да, RDC. Уже я увидел, да, уже я увидел, что ты хотел, да, зацепиться перед крылом, молодец, уже что-то где-то. По поводу пилотов, что я хотел сказать? Пилота, которого я приготовил, он уже готов, пилот, которого я буду вам отдавать. Ребята, вы не обижайтесь, никаких предпочтений не будет, все будет по-честному. Кто первый напишет, тому и отдам. Никаких дружеских отношений там и все остальное. А то пишут некоторые там.
Выложил видео, первый написал, все, забрал. Не обижайтесь, как хотите. Все должно быть по-честному. Ну что, будет тяжело сегодня выиграть. Сегодня будет тяжело выиграть. Очень тяжело будет выиграть сегодня мне. Ну, попробуем все равно, даже с этими всеми минусами. Попробуем. Есть смысл подбустовывать? Нет, я не буду подбустовывать. Оставлю буст. Оставлю буст на другие варианты. Сегодня немножечко расслабляться не будем. Сегодня будет тяжело. Сегодня будем пробовать на скилле проехать. Ну вот. Ну, мне надо отыгрывать лишний пит-стоп. Так, а этот еще идет, да? Этот еще идет, Браун. На софте. Ну, у него есть все шансы сегодня выиграть. Посмотрим. Выиграет, похвалю его. Напишу прямо в чате. Молодец, неужели ты наконец-таки начал биться? Так, четверочка подбустовывает RDC, это да? Подбустовывает. Так, двоечка поехала на пит-стоп. Ну, двоечка что-то слабоватенько. Так, вот, у них сейчас завязалось. Ага, молодец, четверочка, зацепился за него. Пойдет. Так, сколько мы проигрываем Брауну? Сейчас мы посмотрим, сколько мы проигрываем Брауну. Так, мы проигрываем 25 секунд. Ничего себе он летит. 25 секунд. Ну, это заявка, мой друг. Это заявка серьезная на победу. Ну, пусть выиграет паренек. Ну, чем? Что, жалко, что ли? Боже мой. Я вас умоляю. Так, ладно, маленькая пауза. Пропустили четверочку вперед. Сейчас попробуем зацепиться за него. Темпа вообще нет у нас. Ну, это было и понятно. Придется подбустовывать. Мы отстаем от него. Сейчас мы его... Надо будет так его обогнать, чтобы он нас снова еще раз обошел. Ага, давай, конечно. Мой хороший, спасибо. Так, это хорошо, спасибо. Мы охладились, сейчас податакуем, чтобы удержаться за ним. Темпа вообще у нас нету. Вообще нету темпа у нас. Подбыстуем чуть-чуть. Обгонит у нас или не обгонит? Нифига у нас. Или он нифига нас не обгонит? Как тебя пропустить? Короче, будем прощаться мы с тобой. Ну тебя к черту. Два раза прокатились, и то хлеб. Угу. Ты на пит-стоп поехал? Ну, вообще замечательно. Так, ладно, еще раз пауза маленькая. Ну вот, мы сделали последний пит-стоп, идем третий. Ну, в лучшем случае мы третий придем. У RDC-шки вот этого фиолетового еще куча буста. Темп у нас очень-очень слабенький.
пока мы ничего не можем сделать. Так, первое место этот ушел паренек. Вообще в точку. Браун этот. Сейчас попробуем филетовенького догнать. Ну, что-то вообще темпа нет. Темпа у нас нет. Темпа нет. Что-то вообще на неотремонтированном болиде. Ну, мы осознанно на это пошли. Дали ребятам показать себя. Чтобы они не говорили, вот какая разница. 20 уровень. Вот вам и 20 уровень, ребята. Неотремонтированный болид, гирьки, дебильная тактика идиотская. Вот все, пожалуйста, все. Вот вы уже конкурентные. Но вы конкурентны не от того, что вы своей головой это делаете, а то, что я это делаю. Вот этот черненький, кто у нас? Вернум какой-то. Вот он уже сколько кругов едет за мной. Перед крылом ДРС чуть-чуть подбустани, зацепись за меня, посмотри, сколько у меня буста, у меня его нет вообще, у тебя еще есть, немного, но есть. Зацепись, это твой шанс. Вот, а, сейчас ты об этом подумал. Это надо было делать раньше, когда ты был впритык ко мне, когда ты мог зацепиться. Почему ты этого не делал? Вот сейчас ты просто так потратил буст, просто так. Бесполезно, бесполезно. Им говорится, учитесь, учитесь, спрашивайте, смотрите, берите на вооружение. Бесполезно. Вот. Осталось два круга. И ты отстаешь. Отстаешь почему? Потому что у него баки опустили, даже на таком болиде, на поломанном. Я все равно ухожу от тебя, потому что уже баки пустые. А у тебя уже буста нету. Ну, есть чуть-чуть. Но это последний шанс у тебя. Тебе надо сейчас бустовать. По-любому. Последние твои шансы. Вот сейчас он бустанул. Я просто, я не знаю, что это такое. Что это такое? Ты просто два раза потратил просто так буст. Драгоценный буст. Просто так потратил. Да. Как вам еще? Что вам еще? Пробить колеса себе, чтобы уже на ободах ехать. Тогда вы, может, обгоните. Но эти двое нормально. Вот Филетенко, Десишка, этот Браун, молодцы. Они воспользовались шансом. Сейчас еще Десишка зацепится за кругового. Будет подбустовывать. Вот, смотри, вот он начинает подбустовывать. Черненький опять. Ну ты не попадаешь в крыло, ты не видишь, что ли? И тот тоже подбустанул, когда уже последний круг, ладно. Ладно. Ну все, поигрались и хватит. В следующей гонке я буду вас наказывать. Буду вас наказывать. Хватит играться с вами. Хватит с вами играться, будете в следующей гонке наказываться. Больше подарков не будет. Не воспользовались вы. Ну, двое воспользовались, молодцы. Вот РДСшка, Браун, молодцы. Молодцы, ребята. Черненький тоже мог меня обогнать легко, если бы правильно бы вел себя. Так, ладно, смотрим. Итак, у нас следующая гонка Италия. Ну, в Италии резина греется, даже при 9 градусах она будет греться. Прогноз погоды какой? Прогноз погоды какой у нас? Солнышко, да? Солнышко, ну все, я понял. Так, что у нас таблица? Ну, вот он, вот он, вот он, вот он, Браун. Пойдет, пойдет. Так, ладно. Готовимся к Италии, да? Пойдет.